Больше 2000 добровольцев на борьбу со стихией. Половину территории еврейской автономии от огня прикрывают пожарные дружины. На совещании сотрудники чрезвычайного ведомства подвели итоги их работы за 9 месяцев. Выяснилось, государственной поддержки на содержание спецтехники и вознаграждения добровольцам не хватает. В областном бюджете на эти цели предусмотрено чуть больше 1,5 миллиона. Из 16 подразделений, имеющих пожарные машины, в полную силу работают только 8. В остальных либо неисправно авто, либо нет теплых боксов. В Биробиджанском районе круглый год действует лишь одно подразделение из 5. Вместе с тем дружины здесь обеспечены боевой одеждой, средствами связи и техникой. Исправить эту ситуацию региональный МЧС постарается уже в 2017 году.